Здравствуйте, мы сейчас находимся на выставке CPM 2019. Анна, расскажите, пожалуйста, о чем было ваше выступление? Добрый день. Я, собственно, выступила от лица ассоциации Папай, от лица нашей, в том числе, американской ассоциации. Поделилась результатами публикации ROI Standards с редизайн магазинов и рассказала о возможных метриках, как правильно посчитать возврат инвестиций, вложенных в редизайн, в реконцепцию, обновление магазинов. Собственно, здесь интересно именно то, что сейчас это очень сильно связано с лояльностью покупателей, с доверием к бренду, с НПС, собственно, со всем тем, что позволяет создать новый опыт, зачем люди будут приходить именно в офлайн. Надеюсь, было вас интересно. Может быть, расскажете пару советов нам? Главный совет – это то, что метрика именно увеличения продаж сейчас не является главной. То есть быстрые продажи здесь и сейчас для редизайн-магазинов не являются показателем, потому что это может быть быстрым всплеском, который не будет работать дальше. А именно нужно работать с лояльностью, нужно знать свою аудиторию и адаптировать магазин, адаптировать атмосферу магазина, опыт, естественно, ассортимент к своим лояльным покупателям. Чтобы покупатели возвращались снова и снова уже на протяжении там всей своей жизни, правильно? И рекомендовали своим друзьям, знакомым и соцсетям. Очень интересный опыт. Спасибо большое, Анна, и удачи вам в бизнесе. Спасибо.